Мухаммада, саллаллаху алей вассалям, саллаллаху аля Мухаммад. Алхамдулиллах. Мне очень хорошо получилось, потому что видал наша все вещи наши Расулуллах, саллаллаху та'ала алейхи вассалям, угарихим. Его остальные асхаби и дочери, и Халид, и наш основной имам Шамиля Байрах, это ведь тоже видал. И я радовался за это, за то, что нам это большой подарок, это наша Дагестан, именно Хасавюрт. Это все я радовался. А если не секрет, вот когда вы проходили между, ну, перед волосом пророка, саллиллаху алейхи вассалям, какое дуа вы сделали? Я салават давал. Больше, кроме, чем салават, там большой дуа не бывает. Сам абсолют дуа и алхамдулиллах. В абсолют салату, салату набия алейхи салату вассалам. Что бы вы пожелали всем мусульманам Дагестана и всего мира? Все Дагестанам я пожелал бы, чтобы они объединили как один. И объединяться будет этот Дагестан, если будет объединяться головы, которые в Дагестане. Всегда объединенно. Дагестан не распространялся, кроме через алимов, через ученых. Если они будут объединяться, Дагестан будет... Тогда лучше всех страны. Алхамдулиллах. Вам большое баркалла. Ассаламу алейкум.